С Днем Ангела, дорогие именинники! Поскольку Иван самый частый именинник, мы уже привыкли к тому, что наша привычная Ваня на самом деле означает Божия благодать. Но это не единственное имя с таким сокровенным, красивым смыслом и такое привычное. Помним ли мы о том, что наш Вася, Васька в простонародье, это царственный по имени? Наш рассказ сегодня о Василии, царственном и по жизни, и по имени. Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, вселенский учитель и великий, по-настоящему великий, святитель. Он принадлежит не только Малой Азии, не только IV веку, но всей Вселенной и всем христианам, которые живут после него. Так на проповеди в день его похорон говорил один из соучастников в его трудах и молитвах. Василий свят и велик, как столб от земли до неба. Именно в таком видении была открыта жизнь Василия преподобному Ефрему Сирину. Родился он в благочестивой семье, и сама святость его была, по сути, святостью семейной, поскольку по линии отца его дед и бабушка 7 лет в гонении Диоклетиана скрывались в горах Понта и в лесах. Они были исповедниками. 10 детей было в семье, где воспитался Василий, и 5 из них были впоследствии причислены церковью к лику святых. Горячая жажда знаний, непрестанное стремление к истине отличало Василия всю жизнь. Он уехал в Афины, где посвящал себя только двум занятиям – молитве и обучению. Он так преисполнился знаниями, что современники говорили, что он полон ими, как корабль, груженный всяким товаром. Он знал все так, говорили современники также, как многие не знают даже одного предмета. В поле его внимания попадала юриспруденция, астрономия, медицина, философия, риторика, история, природоведение. Все, что можно было знать, Василий знал отменно. И все это он принес на алтарь Богу, который любил всей душой. Василий крестился в Иордане, именно там, где Господь погрузился в воды Иордана, приобщаясь к грешникам, беря на себя грехи мира, Василий омыл свои грехи и стал христианин. Его дарования укрыться не могли, его заметили быстро и поставили сперва во чтеца, потом диакона, затем священника, затем его епископа. Многие, конечно, завидовали этому великому человеку, однако святость его превозмогала различные козни. Глубокая дружба связывала великого Василия с не менее великим Григорием Богословом. Труды на пользу церкви, письменные и устные, проповеднические, горячие молитвы, чудотворения – многое было в жизни этого человека, хотя годами он не был стар. Изнурившись от трудов и подвигов, раньше времени сошел в могилу телом и воспарил в горнее духом святой Василий Великий. Мы сегодня празднуем его память, а также напоминаем вам, дорогие братья и сестры, что сегодня Новый год по старому юлианскому календарю. И сегодняшний день, 8 от Рождества, есть день обрезания Господня, когда впервые тело Христово коснулось железа, когда пролилась его кровь, когда ему дали имя Иисус, названное ему еще до его рождения. Сегодня много именинников, кроме Василия. Мы поздравляем сегодня Платона, Михаила, Николая, Александра, Трофима, Вячеслава и Эмилию. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.